Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санек, и мы продолжаем проходить военную кампанию в Stronghold 3. Остановились мы на восьмой миссии под названием Султан. Победа была справедливой, а главное, очень своевременной. Силвербек бежал, такой же подлый, бесчестный трус, как и его отец. Егеря оказались великолепными воинами. Одними из лучших, которых я когда-либо видел. А Блэкстов показал себя опытным командиром и искусным бойцом. Я предложил ему присоединиться к нам, стать моей правой рукой. Блэкстов был потрясен. «С моей-то репутацией?» – спросил он. Я ответил, что меня не интересует его прошлое. Куда важнее, что он сделает дальше. Тем же утром мы покинули замок Блэкстов и отправились к восточному побережью. Мы искали султана и нашли его даже раньше, чем ожидали. Мы представились, и он рассказал нам, что произошло. Когда-то ему принадлежали богатые земли на востоке, но шакал лишил его престола. Поэтому он, прихватив семью и сокровища, отплыл сюда. Он привез в эти края деньги и вдохнул в местных жителей новую жизнь. Султан научил недавних бедняков торговать с заморскими странами. И деньги потекли сюда рекой. На своем корабле султан вывозил местные товары и привозил обратно заморские диковины. А потом пришел Серохвост, второй сын крысы. Он услышал о добрых делах султана и решил извлечь из них выгоду. Он захватил город. Серохвост убил людей султана и разграбил город. Превратив парусник султана в невольничий корабль, он стал ходить по тем же маршрутам. Только теперь корабль перевозил куда более зловещие грузы. Самому султану пришлось покинуть возрожденный им город, и он поселился в глуши, надеясь однажды вызволить своих родных из плена. Султан признался, что армии у него нет. Но если мы поможем освободить его жену и детей и остановим Серохвоста, он поможет нам с покупкой оружия и снаряжения. А тогда мы сможем победить шакала гораздо быстрее. У него не осталось людей, и оружием, которым он раньше торговал, пользоваться некому. Султан знал, что Серохвост так и не нашел его склад. Я сказал, что нам хватит солдат для штурма, а если нужно, мои люди научатся обращаться с боевыми машинами по ходу дела. Если вы докажете султану, что достойны доверия, он может стать ценным союзником. Используя полученные от него осадные машины, проникните в замок Серохвоста и спасите семью султана. Окей. Отлично. Поехали. Господин, мне по душе этот султан, а история его семьи поистине печальна. Надеюсь, нам удастся ему помочь. Милорд, султан передал в наше распоряжение несколько осадных орудий. Мантилеты защитят наших солдат от вражеского огня, а катапульты отлично расправятся вон с той внешней стеной. Дайте нам задачу. Катапульта готова, милорд. Тут донжон надо захватить, окей. Наши луки готовы к бою. Лучники, к бою. Просто укажите цель. Какой у нас план? Да. Милорд. Укажите цель, милорд. Доброго утречка. В вашем распоряжении. Наши луки споют песню победы. Да. Тут на самом деле нам торопиться некуда, ребята. Готовлюсь к стрельбе. Вы издеваетесь, что ли? Готовлюсь к стрельбе. Давайте убейте этих волков, крокодилов. Для начала надо убить тут ловушечки все. У нас что, лошадей нет? Отлично. Еще один марш-бросок. Вашим услугам, милорд. Вам
Вам что-то нужно? Потрясающе. У нас что, лошадей нет? Уходим. Потрясающе. О, я получил приказ. Потрясающе. О, я получил приказ. Тише. Лучники, готовьтесь к бою. Уходим, парни. Ополченцы. Вперед. Инженеры к вашим услугам. Ухожу, ваша светлость. Да, милорд. Рановато еще, нет? Да, сэр. Двигаю катапульту. Лучники, к бою. Готовлюсь к стрельбе. Иду. Не-не-не, только не катапульты. Ухожу. Инженерный отряд выдвигается на позицию. Проткни врага стрелой. По моей команде. Вам что-то нужно? Отлично. А то мы уже застоялись. Позиция выбрана. Ладно, к сожалению, одну катапульту мы потеряли, но ничего страшного. Готовлюсь к стрельбе. Покидаю позицию. Так, вот тут надо поосторожнее. Я полон сил. Дайте нам задачу. Ухожу. Вашим услугам, милорд. Уходим. Приказы? Конечно, сэр. Мы готовы. Идем? Вам что-то нужно? В вашем распоряжении. Уходим, парни. Потрясающе. Милорд. Двигаю катапульту. Катапульта готова, милорд. Ребята, в хорошем настроении. Идем? Отлично. А то мы уже застоялись. Все идет по плану. Держать строй. Лучники, к бою. Да, милорд. Давайте, ребятки, ползите, ползите. Наши луки споют песню победы. Ребята, в хорошем настроении. Да почему вы такие стрёмные-то? Готовлюсь к стрельбе! Готовлюсь к стрельбе! Смирно! Инженеры к вашим услугам. Какой у нас план? Лучники, к бою! Готовлюсь к стрельбе! Ухожу, иду! Готовлюсь к стрельбе! Это невозможно! Позиция выбрана! Да вы издеваетесь, что ли? Что это за бага такая? Невозможно! На нас напали! Готовлюсь к стрельбе! Отлично! А то мы уже застоялись! Что это такое? Это невозможно! Как точно, сэр? Все, ехало. Ополчение! На стены! Вам что-то нужно? Инженерный отряд выдвигается на позицию. Ополчение на стены! Копья к бою! Ополчение на стены! Повелитель, мы нашли родные места. Ну, вот и все, собственно. Они в добром здравии. Мы победили, господин! Ну, ладно, дорогие друзья, на сегодня это все. С вами был товарищ Санек. Увидимся в следующей серии.